Всем здравствуйте и привет! В первом видео про коллекцию я говорила, что хочу снять обзор на сет Сани и Луны и Rainbow High, но пока он мне не пришел, а желание что-то кринжовое снять еще осталось. По скидкам на одном из маркетплейсов я заказала вот такую Hair Dorables. Я их никогда не видела. Я давно хотела в детском мире купить, тоже когда в физическом магазине была. Там был сет из девочки и мальчика, который остается в секрете, какой попадется. Но я не купила, я его не взяла. Я решила, что мне не нужны куклы подобного формата. Я не знаю, куда их ставить, как они будут выглядеть с остальными другими. И вообще не представляла, и до сих пор не представляю. Сейчас распакую и узнаю, как они вообще выглядят сами по себе. Я не знаю, какая это серия. Тут не написано, ну, номер именно. Я вообще сначала из-за цены думала, что это какая-то подделка, но, по-моему, это все нормально. Потому что я смотрела на них распаковки, не знаю, 3-летней, 4-летней давности, там были совершенно другие сундучки. А еще там были коробки картонные просто. Это вот, я так понимаю, может, новая какая-то серия Color Magic. Давайте ее откроем. Я уже хочу посмотреть, как они выглядят. Поэтому все, я открываю. Не знаю вообще, зачем я говорила эту вводную ерунду в начале. Видимо, мне просто хочется поговорить. Сзади вот картоночка, она открепляется. Я не знаю, как сейчас дети вот на все это реагируют. Мне кажется, они к этому всему уже привыкли. Но если бы мне вот тогда очень давно подарили бы вот такое, я была бы в восторге. Все такое яркое, красочное. Ручка прорезиненная у сундучка, а он сам пластиковый. По башке себе стучи. В общем, я не знаю, что там. Хотя я, ну, я смотрела видео, но я особо не запоминала, как что там делается. Короче, открываем. Так, что хотела сказать. Я уже, когда заказывала, там были фотки девчонок, которые там могут попасться. И мне очень понравилась одна. Но она по-любому мне не попадется. Я сейчас... Там должен быть, по-моему, листок сзади. Это не она. Я подсмотрела. Там сзади я подсмотрела цвет волос, и это не она. Мне придется покупать еще один короб, потому что вот та девчонка мне прям безумно понравилась. Короче, сзади тут вот такой вот шикардесный туалетный столик. Такой стилевый. Фон. Я бы сама пожила в такой комнате. Так, оно никак не поставится. Короче, я расстроилась. Я хотела девчонку с зелеными волосами, которая прям цвета... У которой волосы прям вот зеленые-зеленые волосы. Ее звали Сейди. Вот эту я хотела очень. Мне придется покупать еще одну коробочку. Так она и в той может не попасться. Я не знаю. Короче, я хочу Сейди. Девочка с темным скинтоном. И как этот цвет назвать? Просто зеленый цвет. Цвет травы, цвет леса. У нее еще в волосах розовая прядь. Блин, она классная. Хочу Сейди. Я же правильно называю. Но по волосам я уже догадываюсь, наверное, какая попадется. Я не в восторге. Первое Hair Dorables и такое разочарование. Вот так оно бывает с этими куклами-сюрпризами. Поэтому у них, наверное, и хорошие продажи, потому что дети расстраиваются, что им попалось не то, что они хотят. А если уж и повторка потом еще попадется, то это вот стабильно нужно будет... Я не знаю, раз в неделю, раз кто кому, как бюджет позволяет, раз в день покупать вот это по коробочке, чтобы собрать всех этих кукол.
Я попробую на Авито поискать Сейди, но я сейчас сначала посмотрю. Вообще, как оно мне? Может, оно мне не понравится, тогда мне и Сейди не нужна. А если понравится, то... Ладно, короче, я уже видела, что там. Надо и назад поставить. В первом оконце, я извиняюсь, что я по столу ерзаю, в первом оконце там кукла, давайте откроем вот со второго. О, фиолетовая подставка. Короче, я сегодня, когда надевала эту кофточку, потому что... Коробка фиолетовая мне попалась. Там, по-моему, было без выбора цвета, когда я покупала. И я думаю, вот сейчас я надела эту фиолетовую кофточку, потом еще намазюкала вот этот позор на веках фиолетовый. И думаю, это я, наверное, зря. Мне надо было зеленым мазать и зеленое что-то надевать, чтобы мне попалась зеленая девочка. Но зато вот тон в тон. Вот это я понятия даже не имею, что это такое. Разбираться я, что это такое, конечно же, не буду. Вот эта штучка похожа для... Что-то для мыльных пузырей, но это, наверное, что-то для того, чтобы какие-то прически делать им. Вот это еще, девчонка, ничего. Короче, мне нравится с зелеными волосами. Вот третье оконце. Короче, тут всякая мишура. И она даже без пакетиков. Потому что я смотрела какие-то обзоры, и там была вот эта мелочь, она была в пакетиках. Так, я достала вот такой ободок с рогом единорога. Там еще что-то. Фиолетовые ботиночки. Короче, какая-то девчонка-единорог. Может, у кого-то, если есть хайердорблс, они уже догадались, кто там. Я даже знаю цвет волос, я все равно не знаю, что там за девчонка, потому что это вторая часть от ободка. Да. Все равно не знаю, что там за девчонка, потому что я их не разглядывала детально. Короче, вот такой ободок. Перфорация хорошо работает. Нет, плохо. Стоило сказать, что она хорошо работает, и все, как обычно. Я помню... Фига он тяжелый. Фен очень тяжелый. Он с выступом, чтобы дать кукле в ручку. Что я показываю? Резиночки в комплекте. Обычные резиночки. Зеркальце. С зеркалом. Вот в форме такого сердечка. Какой-то бренд расческа, по-моему, есть в форме сердец с крылышками. Зеркало даже, ну, можно посмотреть, но оно, конечно, искажает, но все равно. Так, что мы имеем? Две резинки. Ободок. Вот такие фиолетовые подкрадули в цвет всего, что сегодня на мне и всего, что на столе находится. Какие-то штучки для пыток. Для пыток волос, естественно, не для пыток кого-либо другого. Почему-то голубая расческа. И фиолетовый фен со спонжиком на конце. Волосы меняют цвет, или там какая-то прядь меняет цвет, поэтому вот это, я думаю, надо намочить, и волосы поменяют цвет, этим мы заниматься, конечно же, не будем.
Я никогда их не видела вживую, вблизи. Вообще, вживую открытую куклу я не видела. Короче, этим коробочкам, наверное, года 3-4. Какую интригу я тут хочу сохранить? Для себя хочется все равно что-то сохранить, какую-то интригу. Ну, я хотела порвать красиво. Ну, и как вам она? Она мне понравится? Да, она прикольная. Гадала не на эту. А как я хотела открыть, если она тут закреплена на талии? Я думала не на эту, когда смотрела буклет. Мне цвет волос показался блондинисто-желтым, когда я увидела, что там светлые волосы, когда я случайно подсмотрела. А она вот такая вот единорожка. Скинтон красивый, глазки такие бирюзовые. Короче, мне понравилась она. Порядка, наверное, вот эта цветная меняет цвет. Ее расчесать, хвостик сделать. Куколка прям маленькая. Я не знаю, сколько в ней сантиметров. 11, что ли, или 14 я читала. Ручки у нее гнутся. Ну так, пластик мягкий или резина. А ножки твердые. Все у нее напечатано ровно. Я думаю, тут трудно промазать. Платьишко красивая, обработана тоже так, ну, хорошо. Я видела на фотках костюмчики хуже. Даже, по-моему, вот на этой девочке был костюмчик. И у кого-то на фотке прям шорты были снизу не обработаны. А тут прям такое хорошее качество платья. Думаю, сказать про нее больше нечего. Поставлю ее на полочку к брат. Не знаю, буду ли я заказывать еще. Может быть, цена еще чуть-чуть упадет. И тогда я попытаю удачу и постараюсь найти зеленую девочку. Мы даже не посмотрели, как ее зовут. Кто-то. Это, короче, Willow. Я ее нашла. Она вот тут в самом низу, в углу. А на девочке Сейджа я посмотрела. Тут есть какое-то сердечко. Это редкая кукла. Тут есть еще Салли, которая ультра редкая. В общем, я расстроилась. Мои шансы теперь найти Сейджа малы, даже если я закажу еще сколько угодно вот этих вот коробочек. Так что спасибо за просмотр. Я буду дальше агрессивно ждать Санни и Луну с Америки, чтобы уже обозреть их. Всем спасибо и пока. А я пойду селить девчонку к остальным. Правда весело? Охуенно.